Вот я тоже, мы с тобой синхронно шли, но я... Ой, я коснулся ее, и я не упал, она мне помогла. Ты представляешь, это, наверное, единственный раз в жизни такое возможно. Друзья, всем здорово, с вами Кузака, Лирик и остальные подписчики, и мы сегодня вместе играем в Roblox и режим строителей каких-то, паркур у нас вот будет. Всем здравствуйте, дорогие друзья, подписчики Кузаки. Да, что ж, ты готов ехать? Не знаю, интересный, что нас сегодня ждет. Ну, друзья, если вы тоже хотите с нами играть, то переходите в Discord по ссылке в описании. Там я оповещаю о записях, и мы будем вместе с вами кайфовать, проходить. Вот мы всей гурьбой едем. Хорошо, хорошо. Там пацан свалился чисто, офигеть. Здесь надо аккуратненько. Это прям, знаешь, как в GTA какой-то режим такой, гонок. Да-да-да, только все квадратное. О, я тоже упал! Жесть! Там вообще они так еще отпрыгивают, когда... сваливаются резко. Надо быть предельно аккуратным, их прям вот так вот фигачит. О, Банзай, я вижу тебя, да, это ты, здорово. Хорошо, что здесь прозрачный режим, а то мы не прошли. Чё говоришь, физика? Физика тяжелая, тут говорю. Ну да. Куда? Я понял, в чем прикол, нам мешается вот эта снизу штука, ее нужно поднять, поднять нужно, и все, мы с тобой сразу пройдем. А как ее поднять? А вот видишь, там в правом нижнем углу поднять и нижний сделать. Вижу. Мы сразу с тобой становимся более маленькими и хорошо все проходится. Там пацан улетел! Капец. Чё тут все летают? Ну прям хардкорно, хардкорно. Там есть режимы, которые просто типа одним пальчиком всю игру проходишь, а здесь прям нужно так нажимать, проходить такие узкие улочки. Мне такое нравится, друзья, а вам? Напишите в комментарии. Ты где, кстати? Я вот, почти вижу, да. Себя. Змейку проходим, так сказать. Капец, конечно, они летают. Тихо! Стой! Что происходит? Офигеть! Знаешь, что прикол? Ты мог сейчас полкарты так проехать, просто перелететь на другой чекпоинт. Ё-моё. Офигеть. А, тут нужно по последовательности брать чекпоинты. А то есть ты думаешь, что не возьмешь, если ты вот так вот отлетишь и перелетишь на другой чекпоинт? Я думаю, нет, допустим, но это читерски было бы слишком. Ну да, ну так сказать, на лаке. Вот здесь вот главное правильно расположить эту штуку, и тогда она не будет мешаться, как я понял. Я вот прошел первое испытание. Банзай! Сейчас я постараюсь еще. Лирик залирился, понятно. Кстати, почему лирик? А смотри, это дело было в далеком вообще, я не знаю, когда 2019-й. И я что-то свое имя перевернул и получилось, добавил еще одну R. Кирилл? Да. Нифига себе, очень необычно. Кирилл, я застрял, рад познакомиться. Так. О, да, вот если его начинает пинать, все, пиши пропало. А как возродиться? Только хотел сказать тоже. R английская, если что. Ресет типа... R английский, motherfucker. О! R. Представляешь! Все-таки здесь можно перелететь на другой чекпоинт и все сохранится, потому что сейчас я прошел несколько испытаний, меня отбросил на заднее испытание, и я на нем сохранился и заново его теперь прохожу! Меня вообще отбросило назад! A few moments later. Ага. Вроде все отлично, ты можешь проехать, если колесиками не цепанешься. Я уже боюсь, что просто она прозрачная текстура меня отфутбольнет. И вот здесь вот момент еще жизни такой опасный. Я тоже здесь. У меня руки все вспотели на этом моменте. Ага. Ну, а наконец-то! Наконец-то я взял этот священный чекпоинт. Капец. Дождался. Да. Дождался с армией. А здесь прям узенько. Здесь мне прям нравится. Это прям как на мотоцикле в GTA вот по таким узеньким ездить. А ты как проехал? А знаешь что, мой лайфхак тебе, это просто сверху смотреть максимально. А-а-а. Да, это опасная тема, он прям, ну то есть, в сантиметре от... Шаг влево, шаг вправо, ты труп. Ну сейчас еле как первый элемент прошел. Шаг влево, шаг вправо, ты тут. Накаркал. Причину за нами не придут. Офигеть, она прям проходится на одном дыхании, если честно. Вот это мне... накаркал.
Это еще тяжелее. Ну, по сравнению с той штукой, ну, наверное, другой просто другая механика. Непривычно. Но она мне нравится. В отличие от той штуки. Здесь, по крайней мере, физика понятна вся. Ну, она, естественно, с живой природой. Я прошел. Ну, такая все равно физика интересная, на самом деле. Ага. Блин, дальше там опять эта фигня будет. Я, наверное, даже ждать тебя не буду. Я буду пытаться это проходить, потому что у меня с ними явные проблемы. Давай, куда я подлетел? Я пролетел! Я пролетел и взял чекпоинтер! Как? Ты от красной отлетел? Да, случайно, абсолютно. Я начал падать и коснулся крышей. И крыша меня очень бафнула, я подлетел... Просто хэштег лирик лакер. Сегодня удача на моей стороне, видимо. Ну, я хочу, чтобы она была на нашей. Я не знаю, как я сейчас засейвил. А, у меня колесо спадает. Тихо. Назад, назад, давай, куда ж ты? Да я боюсь ее, красную. О, спасибо, спасибо. О, ты бабас. Ну, самому же страшно. Ну это прям пот, да. Roblox можно запотеть, оказывается. Не только заплатить, а запотеть. Тихо! Понятно. Блин, здесь вообще опаска. Я вообще не понимаю, как это пройти. Вот этот поворот. Хорошо, что здесь прозрачный режим, я теперь понимаю. Вначале в этом плане, да. О! А можно еще как-то? Пожалуйста. Давай, трясись. Точно, забыл. Я не знаю, если там следующий элемент такой же будет, то я просто покину чат этот. Не-не-не, тут вроде... Интересно, сохраняется здесь твой этот прогресс на следующий день, чтобы ты зашел такой, поиграл? Вот это вообще здорово, в GTA такого нету. Тут единственный минус. Я под платформой... Ты висишь? Это ты, да? Да. Ты что там забыл, ё-моё? Попробую это вот так вот пройти, понял? Типа, едешь вперед. Но меня куда-то вот сейчас... Я куда-то лечу, куда-то лечу. А прикинь, ты сейчас они у тебя вот выйдут из текстуры, вот, да, и улетишь. Офигеть, как ты еще за мной следил. Не, режим тяжелый, прям фулл пот, я весь красный сижу. Как эта платформа. Ну, не настолько. А, это не тебя, это Кинг Боба какого-то откинул. Тихо, я жив. Давай. Вот, на клаве, по-моему, я даже реально увереннее стал. Так, так, чуть-чуть пониже бы тебе. Ага, хорошо, что эта штука... Сам... Регулируй, ниже, 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 ниже. Мне же страшно смотреть за тобой. А, ты... Там просто вот... А, ну да, ниже надо. Вот, так даже на клаве теперь видно, куда нажимать. А я вслепую это нажимал. Капец, ну ладно, я, ну, просто этот... Новичок. Это в GTA легче на штуке этой. На геймпаде. Да, если так вспомнить, помню, только захожу, допустим, в толкучку в Time или Deadline, там все, там 30 человек моментально. Сразу закидывает. Прикольные времена были. Ну да. Сейчас тоже, наверное, можно так сделать. Ну сейчас вот видишь, это если у тебя тьма есть, а вот так, если ты один, одиночка, ой-ой-ой, волк, то вообще... Людей нет почти. Ну, вообще не сложно, когда вот на этой штуке. Вообще хорошо. Ну, то есть сложно, да. но хотя бы реально. На геймпаде как-то прям мне было потно. Там, кстати, видел, там же режим вышел. Можно с подписчиками, в принципе, залететь. Там на падение на авианосец. А, да, я видел. Друзья, так что ждите скоро GTA. Или подожди, уже, по-моему, все. До 28-го это было. До 28-го было, да? Угу. Ну, если сейчас у меня Roblox пойдет, если ребята будут заходить новые, то я постепенно уйду в Roblox. А что, здесь просто все. Вообще идеально. Что? Что? Кузака, ты... Что? А что такое? Ты че? Ты здесь потел все это время, что ли? Ну, просто берешь, проезжаешь по прямой. А что сложного-то? Ой, ну как вы это проходите? О, а дальше лед, офигеть, вот это прикольное испытание. Здесь прям надо быть очень аккуратным. Так, так. Я прошел. Красавчик. Ну там правда несложно было.
Здесь токийский дрифт на льду просто. На погрузчике. На погрузчике. Еще к тому же в Роблоксе. Вообще, ребята, Роблокс — это моя новая любимая игра. Для меня это просто открытие какое-то. Ну, тут есть режимы поинтереснее, если что. Да куда? Да я тут из-за того, что быстрый боком вхожу во все повороты. Да куда, 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 куда? Ну, я подставлю на монтаже там очень дрифтовую музыку. Да-да-да. Бразильский фонг и какой-нибудь монтаж. И монтаж дикий какой-нибудь. Да-д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 а. И скорость воспроизведения там X10 просто, чтоб там... А, да-да-да-да-да. Так, Банзай. Прикольный тебе ник прям. Банзай. Да я по приколу сделал что-то. Он у меня раньше лирик был. Бан... Еб... Ё-моё. О, Степанита, какого фига он не в Дискорде с нами? Сейчас я его сюда приглашу. Здравствуйте. Ой. А куда я попал? А вы я попали на... Я ничего не слышу. Здорово. Степан. Блять, надо было с ноутбука заходить в Дискорд. Алло. Он не слышит нас. Ладно, пусть обратно. В своем мире. И обратно Степана в свой мир. Прикольно отвлек Степана, чтобы обогнать. Сейчас будет сидеть разбираться. А мы уже всю игру пройдем. Точно, точно. О, дружище, я прошел. Ой, давай, давай. Все, все нормально. Я по привычке до сих пор левой кнопкой мыши регулирую. Зачем? Ага, понимаю. Вот это чувство мерзко сейчас будет. Может быть. А может быть и с первой попытки, если мы с тобой поймем и примем всю нашу судьбу мучений. Она правда, она еще так скользит влево, когда ты нажимаешь. Может, да, случайно да. Задеть. Так, едем, едем, едем. Мы прям в друг дружке. Звучит странно, конечно. Братская любовь. Ну, конечно, только братство. Да. Я сейчас колесо там захреначил. А ты у меня прозрачный почему-то. Слушай, и вправду с первой попытки. Давай ты тоже, братишка. Давай, да, все нормально, брат. Отлично, отлично. Давай дальше. Травяной? Там написано травяной путь. Погрузчик разблокирован. А, давай я тоже травяной сделаю. Вот это интересно. Будет, кстати, удобнее. Ну, он прям реально травяной. Да. Весь в траве. Завершите. Да ё-моё. Я с режим уже бесит, я не знаю. Боль, страдание, наше все. Интересно, мы сможем его сегодня полностью пройти, или там прям овер дофига чекпоинтов? Так, а так нельзя срезать угол? Посмотрим. Или можно срезать угол? Это тебе не GTA-шка. Еще под такую музыку. Ага. Мы с тобой одновременно упали еще? Ага. Достоевский писал про симбиота? Он писал идиота вроде. Обязательно посчитать надо. Да, друзья, если вам задали по литературе в школе идиоты читать, то знаете, вы не идиот. Ну, это просто такая книга, да. Да что ж... Нельзя касаться красной ни в коем случае. Она если чуть-чуть тебя потолкнет, то ты на льду просто скажешь всем «корова на льду». Да, тут и так мы как корова на льду. Мы не в этом, не в рабстве осуждаем. Не вообще, никто не торопит. Да, мы всё лишь работаем на работе погрузчика. Да! Из-за этого потом шорты можно делать. Да там капец на нарезочки. Лирика, вы любите кашу овсяную? Да! Вот что это? Ну? А ты бы создателю этого режима руку пожал? Да. Я бы так ему пожал эту руку. Что я после этого этой рукой бы ничего бы не делал. Блять, нет, 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 не, та, не надо. Давай скинемся на психолога, если что там. Вот я тоже, мы с тобой синхронно шли, но я в один момент упал. О, я коснулся ее, и я не упал, она мне помогла, ты представляешь? Это, наверное, единственный раз в жизни такое возможно. Блять. Чисто дьявол вышел нахуй погулять.
Ну, а я коснулся, она мне не помогла. А мне как здесь развернуться, господа и дамы? Колесико. Пожалуйста, не падай. Я колесики, не хочу падать. Колесики и создатель этого режима. Пам-пам-пам. Пам-пам-пам. Что ты лысый, плаки-плаки? Плаки-плаки. Пам-пам-пам. Пам-пам-пам. О, май гад, босс. У меня дыхание участилось, я не знаю. Я не знаю. Блядь, ёбаный насос, сука! Я прям на конце. Бля, почему мы ебучим в Роблоксе, блядь, на этой хуйне катаемся? Уже полчаса или сколько, минут. Но мы все едем и едем. Я не знаю, как так, но вселенная мне, видимо, помогла снова проехать. Я Chain Together соло быстрее проходил, чем вот это. Ха. Соло? В смысле соло? Да. Что, Ханс? Соло в одиночку. Да японский магнитофон, блин. Ты посмотри, сколько нас уже тут просто ряд выстроился, каких-то погрузчиков, все хотят заработать. Славянский зажим. Пам-парам-пам-пам-пам-парам-пам-пам-пам-пам. Да нет! Тихо. У меня колесо, блядь, опять падает, и я так же упал, как в предыдущий японский раз. Знаешь, это еще хорошо, что здесь нету этой штуки, которая мешается нашему дворнику. Да, да. Дворнику Василию, блин. А прикинь, сюда еще вентилятор добавить, как в GTA-шке пятой. Нет, я пошутил, я пошутил! После таких слов происходит как раз это. Я понял, в этой игре надо молчать, и тогда разработчик тебя не услышит и не пошлет на тебя эту... Чё, играем молчанку? Давай попробуем, минута молчания в честь наших нервов. Я сейчас, блядь, рожу! Ты каркушка. О, чел прошел! Как? Чел прошел. Теперь налоги платят за прохождение в дальнейшем. Юхапи. Блять. Вот сейчас я косну. О, лирик. Посмотри на меня. Посмотри на меня. Я сделал это. Не прошло и часа. Сколько мы это записываем? Сколько у меня здесь написано? 20 минут. Это с того момента, как я сюда хотел позвать Степаниту. То есть мы здесь уже где-то час. А лирик тем временем... сходит с ума здесь. Друзья, это, наверное, самая потная карта в Роблоксе. Если вы хотите вторую часть по ней, то... дайте знать нам об этом. Поставьте здесь много лайков. И напишите минимум в комментарии. 100. Да, да. Я на только от такого согласен. Были Кузака и Лирик. Наше мучение и еще некоторые подписчики. Всем удачи и всем пока. Всем пока.